Доброе утро, уважаемые любители бильярда. Мы приветствуем вас на третьем этапе Кубка Европы по свободной пирамиде, который проходит у нас в бильярдном клубе «Принц», город Москва. Если вы имеете возможность приехать сами в бильярдную, то скажу вам, что это адрес: улица Каховка, 29А. Пожалуйста, приходите, на всех двух этажах сегодня у нас проходят матчи, играют и юноши, вернее, и мужчины, и девушки. На первом этаже сражаются девушки, но на ТВ-столе, как мы видим, сейчас у нас первая пара. Именно среди мужчин встречаются Олег Речец и Евгений Поломарь, белорус и украинец. Вот такой интересный у нас будет первый матч турнира. Ну и параллельно запущены также, насколько это возможно, все остальные матчи. Задействованы практически все столы. Пока мы только пытаемся настроить наше оборудование в первом дне трансляции, поэтому приношу свои извинения, если будут некоторые глюки. Да, и, наверное, Олег Речец сможет также принести свои извинения поклонникам, потому что не идет у него пока что игра, хотя на разминке он показал, что может забивать практически все. Планомерно и довольно-таки успешно развивает свое преимущество Евгений Поломарь. Пока все идет к тому, что он выиграет первую партию. Если вы не помните, то я, конечно же, с удовольствием напомню, что матчи у нас проходят до 5 побед на первом этапе. Встречаются у нас всего 102 спортсмена. Будет определяться 32 сильнейших. Это будет второй этап. На втором этапе встречи будут уже до 6 побед. Ну вот, падает дураком у Евгения шар. Это должно еще больше поднять ему настроение. Удачный удар удается Олегу. Ну вот, начало положено. Там, где первый, там должен быть и второй. Хорошо раскатились шары. Напрашивается, конечно, атака средняя луза. Аж от четырех бортов вывел он шара практически на среднюю линию. Thank you.
обрывается серия у Олега. Всего два шара надо Евгению, чтобы завершить партию. Пока небольшая у нас серийность. Ну вот уже и 7 шаров. Четкий чужой в угол. Это был 8-й шар. 1-0 впереди Евгений Поломарь. Упоминал я уже, что 102 участника у нас у мужчин. У женщин также немало. 54 представительницы прекрасного пола. Все они борются за выход, как минимум, во второй этап соревнований. И, естественно, не забываем про то, что по результатам 4 этапов Кубка Европы 32 сильнейших у мужчин и 16 у девушек попадут в финал. Очень уверенно начинает с разбоя Евгений. Четкий акцентированный удар, чужой в лузе, и свой остался недалеко от нее же. Продолжение, конечно, очень неплохое. Будет еще один шар сюда же. Да, сверху от пирамиды. Да, долго тренировал подобных свояков через стол Евгений Поломарь. Частенько они у него не падали, и в этот раз тоже не удалось. Не положил он шара, отдал позицию противнику. Олегу Речицу надо срочно догонять. Если кто-то впервые смотрит трансляцию по свободной пирамиде и впервые из Кубка Европы, могу рассказать, что это у нас перед нами достаточно известные игроки. В частности, на подходе сейчас у нас Олег Речиц. Первый шар он забил в этой партии. Вот Олег Речиц в прошлом году в финале Кубка Европы занял второе место и проиграл как раз-таки Поломарю. Только не Евгению, а Александру, его младшему брату. Таким образом, он стал серебряным призером финала Кубка Европы. А до этого в году он выиграл два этапа
что не удавалось, по сути, еще никому в истории. Два этапа за год – это очень серьезное достижение. Многие говорят, что это практически невозможно, играя в американку, как мы называем иногда свободную пирамиду. Но все-таки класс спортсмена таков, что он смог, покорил эту вершину. Злоречится Поломай, после его ошибки допустил сам ошибку, но надо играть, тут можно разойтись хорошенько. Чужой в дальний от нас угол, один из дальних от нас. Тянул он свои ка поближе к камере, но видим, что получилось. Практически на прямую линию. Опять сильная оттяжка играет. Удачное соударение шаров. К сожалению, отсюда не видно. Да, пожалуй, все-таки прислонен к борту шар. И, может быть, не получится его пропихнуть. Дал порезки на этого свояка в середину Олег. Программу минимум он выполнил, конечно. Счет в этой партии сравнялся. Шестой шар отправляется на полку к украинцу. Почти не сомневаюсь, что сейчас будет и седьмой. Четко сыгран. Но выход как-то не очень. Да, задумался Евгений. Заманчиво, конечно, выглядит шар справа в дальнем углу. Только вопрос, как его играть. Вот первый отыгрыш в матче. Нельзя пока сказать, насколько он успешен. Олег Речиц может забивать любые шары в должном настроении. Ну, что-то веселит белоруса, он улыбается. Тем временем в зале появился Александр Поломарь, брат Евгения.
него, видимо, сейчас нету матча. Либо судьи решили сделать нам подарок и назначить этот матч также на ТВ-стол. Может быть, у нас будет сегодня праздник Паломарей. Кто знает, посмотрим. Пока что Олег Речет сыграл шара. После отыгрыша, напомним, значит, отыгрыш нельзя считать успешным. Процент отыгрыша Евгения пока нулевой. Первый оборонительный удар в исполнении белоруса. Естественно, будет атаковать. Тут уже даже без вариантов. Пусть с дальней дистанции, но надо бить. Немножко не хватает точности либо винтика свояку. От губок он отражается и выкатывается ближе к середине дальней половины стола. Ну что ж, рискнет ли Кречет на похожий удар? Пойдет ли? Да, смотрит на свояка в угол. Да, не очень пока задумываются об обороне на начальной стадии этого матча оба спортсмена. Всего по одному отыгрышу было. И после этого только атака. Возможно, атака была бы оправдана, если бы шары падали. Но этого пока мы не наблюдаем. Один шарик нужен Жене. И снова промах, достаточно серьезный.
хорошего шарика положила лекречец через весь стол чужого уверенно, но автоматического выхода не получилось. Ну, мягко скажем, небезопасный удар, учитывая то, что Евгений бросается на все подряд. Что рискнет ли снова атаковать, или будет атаковать по отыгрышу, либо просто отыграется, но... Можно сказать, что отыгрался. Ну вот это уже хороший оборонительный удар. Впервые в зале раздаются щелчки пальцами. Спортсмены, которые ждут своих матчей, либо пар. Они наверняка порадовались за то, что Олегу удался такой удар. Традиционно приходят первые пожелания передать привет к нам в эфир. И передают именно наши форумчане, участники форума сайта billiardonline.com. Олег Щербаков, он же Lucky Devil. Привет всем форумчанам из Москвы, Питера, Воронежа, Эстонии, Литвы. Помимо этого, все форумчане поздравляют Евгения Сталева с прошедшим днем рождения. Ну что ж, присоединяемся к приветам и пожеланиям. Приятно, что вы нас смотрите с самого утра, с самого первого матча. Но у нас, похоже, наступает развязка. Да, 2-0 повел Евгений Поломарь. Олег Речет взял куртку и, кажется, пошел на перерыв. Ну что ж, возьмем небольшую паузу и вернемся через пару минут.
После непродолжительной паузы мы возвращаемся к просмотру нашего матча. Олег Речиц на разбое. Второй раз в этом матче он разбивает. И впервые это ему удается успешно. Приношу свои извинения, если заставил кого-то заскучать без комментариев. Но, сами понимаете, приходится заниматься еще и организационной работой. Если кто-то еще меня не знает, сообщу, что меня зовут Антон Игонин. Я пресс-атташе Европейского комитета по пирамиде. И для вас буду работать на этих трансляциях все 4 дня. Вы можете задавать мне вопросы. Передавать также приветы, как это делают участники нашего форума. Ну, либо задавать вопросы не мне, а адресованные игрокам, судьям, представителям делегаций. Я постараюсь по возможности на все ответить и донести до вас максимум информации. Все вопросы вы можете задавать у нас на форуме, либо в чате видеосервера. Ну а пока мы видим, что у Олега совершенно не идет игра, обидно мне за белоруса. Не буду скрывать почему, потому что это мой соотечественник. За братскую Украину пока можно только порадоваться. Шар на полочку, Женя.
Рискну я, наверное, предположить, что спортсмены недостаточно разогрелись. И поэтому у нас нету серийности, много ошибок. Хороший своячок. С плесками проходит пока игра. То забиваем, то не забиваем. Ну, пожалуй, так средняя партия должна проходить. Но мы-то собрались здесь не для того, чтобы смотреть среднестатистический бильярд. Нам хочется более красивой и зрелищной игры. Может быть, Олег Речец меня сейчас услышит. Отыгрался. Хорошо отыгрался, надо сказать. Ничего простого Женя не оставил. Вырвал таки одну партию своего соперника Олег Речец. Сейчас. Да, к великому сожалению, даже в нашем 21 веке постоянно пропадает интернет. Но вроде бы мы снова наладили нашу трансляцию. И наблюдаем сейчас за пятой партией, в которой у нас достаточно упорная борьба. 5-4 ведет по шарам Евгений Поломари, если я не ошибаюсь. Вроде бы именно такой счет. Пока что я белорусом. То он собирает ския, то не забивает прямого в угол.
Так, вот приходит к нам сообщение, что во время там выпадания нас из эфира пропали куда-то приветы от форумчан. Вот Щербаков Олег передает привет и желает хорошей игры Насте Луповой и Алексею Валялину. Если Настю Лупову знают практически любой бильярдист, наверняка каждый может присоединиться к пожеланиям хорошей игры, то Алексея Валялина, наверное, знают пока еще не все. Это действующий чемпион форума «Бильярд онлайн». Вот, отвлекаясь на эти, в кавычках, «левые разговоры», мы наблюдаем пока на картинке за тем, как Евгений Поломарь выигрывает пятую партию у нас, и счет становится 3-2. Уважаемый Олег Щербаков, ваши приветы переданы. И от Анастасии Луповой также большой привет и тебе, и Ольге, а также всем участникам нашего форума. Перед этим матчем, который мы сейчас наблюдаем, многие говорили, что Олег Речис пройдет Евгения без труда. Вот видим, что старший из Поломарей не то что сопротивляется, он ведет по ходу встречи. Вколачивает просто-таки чужого шара в угол. Не думал в этот раз о каком-либо выходе и продолжении развития атаки. По крайней мере, в ту же лузу. Олег Речис просто забил и все. Продолжение будет у него в другой половине стола, но не удается, нет. Не идет игра, откровенно говоря, у белоруса. Была бы, наверное, у Речица возможность взять еще один перерыв, он бы и воспользовался. В чате первые вопросы. Некто под ником Вава спрашивает, участвует ли на этом турнире Александр Поломарь. Да, Александр участвует. Более того, следующий матч на ТВ-столе будет именно с его участием, так что не уходите далеко от мониторов. Если вы хотите узнать больше информации по этому турниру, достаточно просто посмотреть на сайте billiardonline.com, зайти на главную страницу и оттуда уже направиться на страницы о турнире. Там будет и список участников, и турнирная сетка.
режиссер нашей трансляции Александр Козюлин как будто нарочно не переключал камеру, намекая на то, что надо играть чужого в угол. Но мы видим, что слишком сильно произвел этот удар. Сильно как с точки зрения просто силы, так и сильно не точно. Вылетел шар с игрового поля. Олег Рельщиц сейчас будет снимать шара к себе на полочку за штраф соперника. Удар. Вы сами видели, как практически винтился вслед за чужим свояк в лузу. Остановился в ней. Ну что, вперед, Олег. Не удивился я, если бы этот шар упал. Ну, а так получился превосходный выход. Вот таким вот образом заканчивает шестую партию в свою пользу Олег Речиц. Ну что ж, 3-3. Крайне упорная борьба. Все только начинается. Евгений Поломарь. Удастся ли ему вновь выйти вперед, оторваться от Олега Речица хотя бы на одну партию, посмотрим. Если оторвется на две, то это уже будет победа в матче. В принципе, конечно, крайне удивляют меня вопросы некоторых наших зрителей, которые спрашивают, до скольки побед проходит матч. Если вы посмотрите внимательно на счет, сейчас он у нас 3-3, но между ним в скобочках написана цифра 11. Это максимальное количество партий, которые можно будет сыграть в этом матче. Таким образом, встреча проходит до 5 побед. Или до 6. Да, приношу свои извинения. Как раз таки здесь написано, что он будет проходить до 6. Это ошибка, сейчас она будет исправлена. Вот она все-таки бдительность. Да, и на старуху бывает проруха. И на ИКП, впрочем, тоже. Ай-яй-яй. Перерезает немножко этого свояка в середину Евгений Поломарь. Досадно. Тем более обидно, что шар остался неподалеку от лузы, и туда можно играть.
Не знаю, удалось ли вам расслышать то, что сейчас объявлял судья соревнований. Первая неявка у нас зарегистрирована. Ольга Мухортова выиграла у Ивановой Виктории. 3-0. Техническое поражение для Ивановой Виктории по неявке. Тем временем у нас продолжается упорный поединок между Олегом Речицем, который кладет по борту чужого, и Евгением Пономарем, который на заднем плане стоит и достаточно скептически оценивает, видимо, свои шансы пока что в этой партии. Положил на полочку себе еще 4 шара Олег Речис. Их там стало 5. А уже не Пономаря, их стало только что 3. Выход на атаку средней лузы. Не самый простой. Тем же шаром, который выкатывал после удара, Евгений попытался атаковать своячком среднюю угловую лузу. Но что-то раздосадованно процедил сквозь зубы после этого удара, поскольку промахнулся. Достаточно быстро Олег Речис реализовал этот подход. К первому пока что шару, но будет ли атаковать, непонятно. Может, есть смысл подумать об отыгрыше.
Олег Решец попросил проследить за ударом судью. Очень близко расположены шары, есть вероятность двойного удара, пропиха. Но забито все четко, судья только пожал плечами. И стоило мне сюда подходить, подниматься со своего стула. Завершает партию с вояком в дальний правый угол. Счет становится 4-3, впервые повел в матче белорус. Будет ли контра, посмотрим. Как правило, ТВ-стул как будто магическим образом притягивает контровые партии, и борьба здесь всегда очень напряженная. Сбудется ли на этот раз, каким будет этот турнир, посмотрим. Пока у нас только первая встреча. Не стал я перебивать судью соревнований, который объявлял один из женских матчей. Муфортова-Притулюк. Наверняка встреча будет очень интересная, но проследить мы за ней не сможем. У нас же пока на подходе Евгений Поломарин. Положил шара с разбоя, продолжает свою серию. Был своячок аккуратненький. Есть и мощный под железку чужой. Куда выкатится биток, интересно. Ну, недостаточно хорошо, пожалуй. Нет, можно играть. Не совсем хорошо было видно просто с моего комментаторского места, но... Нет, подбоя нету, шар прокатывается и останавливается неподалеку от лузы. Можно попытаться продавить его вдоль борта. Атака продолжает развиваться. Ажиотаж вызывает присутствие Александра Поломаря на турнире, но спрашивают, а с кем же он будет играть следующий матч. Совсем скоро вы это увидите. Его соперник назвать, конечно, очень сложно. Предугадать, кто это. Если вы посмотрите на сайте, то увидите. По сетке он встречается с Артемом Хлебниковым, представителем из России. Давайте все-таки отдадим дань уважения мастерству Евгения Поломаря, старшего брата Александра, который пока что не подпустил в этой партии Олега.
Михайлова Трофименко. Михайлова Трофименко, 8-й стол. Если в течение 5 минут Давлякин не подойдет к 15-му столу, не будет рассчитано поражение. Вновь у нас был небольшой обрыв с горемычным интернетом. Ну что ж, вроде бы все восстановилось. Перед нами контровая партия, решающая 9-я партия этого матча. Олег Речиц начал достаточно уверенно. Положил шарат разбоя, но пирамида почти не раскатилась. Правда, есть хорошая парочка в угол. Олег может здесь развернуться. Ну, пока он думает... Передам привет форумчанам нашего сайта от Артема Помазана с ником Артем2. И тебе, Артем, большущий от нас всех привет. Олег Речиц упустил отличную возможность вырваться вперед в контровой. Thank you.
Тихонова, Миронова, Тихонова, Древний Стол. Очень велико сейчас, конечно, напряжение обоих спортсменов. Не хотел ничего говорить под руку Олегу, промолчал и, наверное, сделал это правильно. Сыграл он этого шара. Отрыв растет, нельзя больше ошибаться в этой партии, но тут все стало просто для того, чтобы завершить матч. Вот так. 2-0, 3-2 вел Евгений Поломарь. 2-2 сравнял счет. 4-3 повел Олег Рейсис. 4-4 стало. И бьет в левую губку средней Лузы Речис. Непростительный промах. Достаточно простой в угол. Да, он был бы простой, если бы спортсмены так не нервничали. Ну что же это такое? Благодаря усилиям сотрудников клуба «Принц» этот наш ТВ-стол освещен очень хорошо. На освещение жаловаться тут не приходится. Время привыкнуть к нему также уже было. Матч продолжается полтора часа почти. Ну вот, концовка у нас крайне напряженная и нервная. Завершает, все-таки завершает Олег Речис матч в свою пользу. 5-4, ну что ж, поздравляем белоруса с победой. Евгению Поломарю желаем не расстраиваться и продолжать турнирную борьбу в хорошем стиле. Пусть он поменьше промахивается, как это допускал промахи в этом матче. Но уверен, что он может пройти еще дальше по нижней сетке, правда. Но все еще только впереди. Это был первый матч турнира. И совсем скоро у нас начнется второй. Вот брат Евгения, Александр Поломарь, уже подошел к столу. И скоро он приступит к выяснению отношений с Артемом Хлебниковым, представителем России. Пока нас ждет небольшая разминка, и, наверное, минут через 10-15 начнется этот матч.